Отлично. Я близко, Ада. Черт, нет питания. Твою ж мать! Как он выжил? Thank you.
Надеюсь, на этот раз он умер. Ада! Ада, где ты? Я здесь! Я почти начал волноваться. Не могу вытащить. Не уверен, стоит ли. Доставай, я не смогу так ходить. Ладно, будет больно. Держись. Я могу и сама. Успокойся, я помогу. Ну, что дальше? Выбирайся отсюда, пока можешь. Я тебя не брошу. Еще и с раной. Ты не понимаешь. Все хуже, чем я думала. От меня ты так не отделаешься. Ты спасла меня. Моя очередь. Не знала, что мы ведем счет. Обопрись. Полегче, парень. Просто хотел помочь. Аккуратнее. Хочешь помочь? Нужно попасть в улей. Улей? Лаборатория. Прямо под нами. Аннет проболталась. Образцы там. Ты в деле? Думаю, выкрою время. Тогда за работу. Да, мэм. Фуникулёр отвезет нас в улей. А этот браслет – наш билет. Круто. Где взяла? Одолжила. Так, мы почти дошли. Нога. Я понесу тебя. Ну нет, мне только хуже станет. Как плечо? Хуже, чем выглядит. А мы хороши. Оба одной ногой в могиле. Пути назад не будет. Подготовься, Леон. Фуникулёр отправляется в улей. Не пытайтесь выйти до прибытия в пункт назначения.
Знаешь, я думаю, нельзя ждать, пока ФБР прижмет ублюдков из Амбреллы. Согласна, но не забывай. У тебя нет официальных полномочий. Это дело ФБР. Получим Г-вирус, и каждый сам по себе. Эй, Леон, веришь мне? А ты мне? Иначе ты был бы уже мертв. Ну да. Я думала, ты сможешь помочь, и была права. Да будешь Г-вирус, и я сделаю так, что история Ракун-Сити не повторится. Ада, ты сама сказала, это дело ФБР, Леон, у меня нет полно... взгляни на меня. Я бесполезна. Ты моя последняя надежда раскрыть дело. Я не могу тебя тут оставить. Что, если нападут? Что, если... Я справлюсь. Не волнуйся за меня. Я хочу покончить с этим. И снова увидеть тебя. Мне есть ради чего жить, поверь. Вы прибыли в Улей. Иди. Прошу, времени мало. Возьми это. Ладно. Леон, я верю в тебя. Знаю. Целям безопасности не входите до полного открытия дверей. Целям безопасности не входите до полного открытия дверей. Целям безопасности не входите до полного открытия дверей. Добро пожаловать в Улей. Приятного времяпровождения. Сейчас.
У вас недостаточно полномочий. Посетителям вход воспрещен. Это пригодит. Thank you.
Доктор Ли, вас срочно вызывает Джефф. И где же этот вирус? Явить восточное крыло. Г-вирус в западном крыле. Ясно. Требуется уровень доступа выше вашего.
Боже. Что тут случилось? Ваш уровень доступа не позволяет пользоваться компьютером. Ну ты и гнида. Идет выдача раствора. Ошибка. Картридж пуст. Наполните его нужным раствором. Ах ты, падла. Я справлюсь.
мерзота. Господи. Ваш уровень доступа не позволяет пользоваться компьютером. Дальше что? Ах ты, тварь!
Ваш уровень доступа не позволяет пользоваться компьютером. С возвращением, доктор Ли. У вас 5.
Новых сообщений. Кто забыл закрыть морозилку?